Всем привет, друзья! На обзоре томат, который называется Flushing Tomato. Вот такие вот прикольные помидорчики. Растут гронками. Вот такие вот кисточки. Давайте посмотрим их на кустах. Сейчас пойду. И потом взвесим их. Это нашумевший сорт, за которым гонялись раньше. Все его хотели вырастить, искали. Ну вот его кусты. Посмотрите. Я держу их, чтобы посмотреть, как они хранятся. Даже вот некоторые томаты уже и испортились. Вот такие вот кисточки. Помидорчики. Очень много на кустах плодов. Урожайный сорт. И уже они больше месяца у меня висят. Правда, я низенькую опору поставил для них. Но все равно они висят здесь. Характерные они такие тоненькие и длинненькие, как пальцы. Помидорчики. Надо бы, конечно, для красоты убрать листья. Ну и так, я думаю, вы видите, что сорт неплохой, достойный. Чтобы вырастить его, для любителей томатов будет очень интересным. Давайте сейчас взвешу кисточку, а потом отдельно один плод. Ну, тут кисточка, тут уже один томатик мы сорвали. 260 грамм. Вот это маленькая кисточка, 148 грамм. Ну, помидорчик один. 29 грамм, наверное. Ну, грамм 30 помидор. Они такие не сильно крупные. Коктейльного типа. Помидоры весом 30-50 грамм. Называются коктейльные. Flushing Tomato. Сорт интересный. В первую очередь тем, что очень хорошо хранится. Он будет хорош для транспортировки. Для консервации. Плоды очень плотные. Вот оторван. Он плотный, и это уже он месяц висит на кусту, на солнце, на жаре. Видите, с носиком. Для консервации еще они удобны будут тем, что в литровую банку помещаются такие помидорчики. Удобно их консервировать. Если вы не съедаете 3-литровый бутылек консервированных томатов, а любите или в полторушке, или в литрушке консервировать, то вот Flushing Tomato подойдет вам для этого дела. Очень классный сорт. Если хотите семена этого сорта, заходите в описании под этим видео. Есть ссылка на мой сайт. Покупайте семена. А если вы его выращивали, напишите в комментариях, как он вам понравился или нет. Поставьте лайк этому сорту. Не видео, а именно сорту, если он вам понравился. И также подпишитесь на канал. Впереди много будет всяких обзоров. Я вот снимаю томаты. Поэтому будет интересно. До новых встреч. Всем пока.